Знаете, первая композиция, она посвящена тем людям, которые свой день расписывают по часам, по минутам, по секундам. Она, собственно, так и называется «Роспись дня». Вот об этом композиция. Кристина, а может Катерина или даже Полина. Она звонила ему. Дело было ночью, я помню это точно. Он болтал который час и намекал не раз об этом. На все лады. Его звали Андрей, а может Алексей, а может быть Сергей, а может быть Матвей или даже Кирилл, но тот, что с ней говорил. Смутно. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро под утро. Лишь только утром они забились в метро, да тусанулись в кино. Там было как-то темно и не по-детски смешно. Потом она села в трамвай. Ну, гудбай. Дело было днем, она мечтала о нем, а позвонила тебе лишь прикинув в уме, что так лучше для вас двоих. И новые пилоты садятся в самолеты, и даже вертолеты, не спрашивая, кто ты, читая только ноты, и со всеми на «ты».